Всем привет! Вот записываю видео про свою новую гаражную пушку. Так сказать, новинка. Эта конструкция самая дешевая. Я ее сделал специально, потому что многие меня спрашивают, как можно дешевле. Это вот как раз как бы итог того, что можно сделать самым дешевым для обогрева гаража в виде какой-то печи на отработанном масле. Но это, конечно, не печь, это тепловой калорифер. Вот. Для того, чтобы конструкция стала как можно дешевле, в этой конструкции использовал только один вентилятор, который можно купить в любом магазине автозапчастей. Потом здесь нету блока питания. Здесь используется зарядное устройство для аккумулятора, который, конечно же, есть у любого человека, у которого есть гараж, автомобиль. Но сейчас автомобиль есть практически у каждого, поэтому с этим я считаю, что проблем не должно возникать. То есть зарядное устройство до 10 ампер для аккумулятора. Ставим его, ставим штатив маслоподачи в емкость. Подключаем к зарядному устройству блок управления. Все. После этого у нас мы можем запускать нашу тепловую пушку. Вот. Конструкция закрытая, испарительная, с чашей. У меня все конструкции с чашей. С чашей я считаю конструкцию лучше, чем без чаши. Потому что при долговременном использовании в чаше накапливается остаток от масла, который через некоторое время приобретает такую жесткую форму. И из чаши ее намного легче чистить, этот остаток. А внутри печи ковырять какими-то там стамесками или чем, я считаю, это не очень хорошо. И с чашей все-таки как бы намного удобнее конструкция. Вот. Здесь у меня использованы две вертикальные трубы, которые отдают тепло внутрь вот этого короба. И, соответственно, вентилятор продувает тепловым потоком воздух сквозь вот этот вот короб. И, соответственно, еще он надувает воздух для надува внутрь печи. Здесь используется вот такая заслонка. Вот. То есть мы можем увеличить надув, уменьшить. Это нужно для того, чтобы печка быстрее вышла на режим. В момент запуска нужно как бы быстрее нагреть внутри тела печи. Для этого используется эта заслонка. То есть мы ее закрываем, 3 минуты она горит, нагревает все внутри, потом открываем и отсюда уже на выходе получаем горячий воздух. Вот. Это бюджетная печка, которая подойдет людям, которых, как говорится, как в рекламе, если не видно разницы, тогда зачем платить больше. Но разница будет, например, с теми воздушными пушками, где используются теплообменники в виде четырех дипломатов, вот подороже в моей линейке, они, соответственно, имеют намного больше КПД, чем данная печь. Но эта печь тоже очень хороший вариант. Если, например, вам не проблема достать отработку, тогда зачем платить больше? Вот. Печь получилась отличная. Я ее испытывал, запускал. Блок управления стандартный. Вот. То есть мы включаем наше зарядное устройство. Вот. Включаем. Вот она начинает дуть. Потом включаем маслоподачу, регулируем ее, соответственно, масло подается, регулируем маслоподачу, все. Если выключается свет, масло у нас уже не включается. Это для безопасности. Вот такая вот гаражная тепловая пушка. Всем спасибо, всем пока.